Всем привет, ребята! Сегодня мы поиграем в Survival Craft. Мое произношение английского просто оставляет желать лучшего. Это уже второй Survival Craft. Короче, объясняю. Я на днях, что-то там проностальгировался и вспомнил эту игруху. Посмотрел видосики на ютубе и да, такие ее снимают. Это как Майнкрафт, но только на Android и чуть интересней. Новый мир. Так, гейм-мод. Угу. Можем посмотреть. Тут гейм-моды. Выживание. Стартовая позиция. Hard. Change World Options. А это как? Там биом. Terrain. Это все не важно. Стартовая позиция, Enter Seat, World Name. Сейчас назовем наш мир. И будем там выживать. Сразу говорю, я не скачивал эту игру с Play Market, потому что там она платная. Я просто взял в интернете, откопал ARC файл и все. И оно нормально загрузилось. Что иронично. Остальные ARC-файлы у меня никогда в жизни не... Извиняюсь. Не работали. Setup Player. Загрузка мира и... Здрасте. Стив из Майнкрафта уже не то. Волтер. Ну, в принципе. Ты похож на Волтера? Ну-ка. Угу. О, смотрите, персонажи меняются. Чё за дичь? Геофрей, Черекторский, Бассель, Болтер, Закари. Давайте за Болтера попробуем. Так, тачскрин, контролс, Погоди-ка, контролс. Сейчас. Надо бы... Ага. Геймпад, ну. Ага. Тачскрин. Угу. Играть. Давай. Спавним Волтера. Уровень первый. В смысле уровень. Здесь даже заставка есть. Ага. Воу. Смотрите-ка. Так. Мы можем осмотреться при помощи мышки. Мы можем бегать. Красться при помощи шифта. И... Нет, способности бегать здесь нет. Угу. Это наш инвентарь. А то есть инвентарь, да. То, что у нас есть. Рыба у нас есть. Можем покушать. Так. 2, 3, 4. Да. Клава работает. Воу. А это кто? Уточка. Интересно, а уточку можно просто так? Нет, нельзя. Нужно найти лук. Йорком петелеведь. Окей. Обожаю английский. Так. Кстати говоря, можно делать на русском как-нибудь? Визор, камера, чего? Визор. О, поменять вид можно. Угу. А можно заскриншотить. А почему звука нет? А вот, у меня появился слабый звук, надо было лишь колонки подключить. Оказывается, у меня там на минимуме. Они были, вы невероятно голодны. Да шо ты? Я как бы и сам вижу. Так. Крафтер. Крафтер, а вот. Пожалуйста.
Блин, как неудобно это все перетаскивать. Эх. Эх. Эх, 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 эх. Что ты будешь делать, ладно? О, наконец-то верстак. Фу, испугался, что это у меня тут? Это я морского ежа какого-то взял. Sea Urchin. Ну да. Морской ежик. Интересно, его можно кушать? Просто кроме ежей-то я ничего не могу добыть. Кстати говоря, морские ежи в реале очень полезные. Но не сказать, что вкусные. И, естественно, не сказать, что я их пробовал. Ага, 5 уже насобирал. Сейчас плотненько поедем. Даже этот Майнкрафт успевает поставить дождь. Чтобы было максимально некрасиво. Воу. Смотрите, какая графика. Это идеальнейший Майнкрафт для телефонов, я вам скажу так тихо. Я там кого-то вижу. Подкрадемся. А, это яичко. О, да, сможем пожарить, пожарить, пожарить. Но сперва надо бы сделать кирочку. Кирочку. Эть. Что ты будешь делать? Оп. Ага, только на лопату. Сделайте каменный топор. Мне сейчас высветилось. Make a stone axe and steel. Какого хрена? Какого хрена? Серьезно? Я не могу даже ничего сделать. Мне нужен камень. А камень чем добавить? Добывать. Чем добывать камень? Камень, вот смотри, носорожек. Блин, слушай, классно носорожек, офигеть. Какой он интересный. Не убегай, куда ты, носорог? Ёкарный бабай. Что я тебе сделал, тварина ты квадратная? А, серьезно, я рукой могу добывать? Что это такое? Сэндстоун. Прикалывайтесь, я искал обычный камень. Зачем мне какой-то песчаный? Фигня, еще и ничего не видно. Блин! Не заметил, что я вам сделал? Почему все здесь хотят моей крови? Объясните мне, пожалуйста. Охренеть! Реактив... Они меня даже не достают, они... Он меня носом бодает! Носорог недоделанный. Вы издеваетесь. Ну неужели не получится? Потому что эта игра редкостная, фу. Просто я не умею в нее играть. Расслабься, Винго. Ранит бай. Барфут и слов. Вершу. Мне что-то там объясняют, а мне же ни хрена не понятно. А-а-а! Это думал, обед пришел. Ну нет. Да вали нафиг. Пожалуйста, вали. Человек землерой делает то, что делает землерой. Землероид, вот и все. Да-да, а волки тут ни при чем. Чё? Холодно!
Вы серьезно? Мне еще и холодно. Блин. Чё? Impact with the ground. Самая тупая смерть. Ладно, на этом ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И, в общем-то, мне кажется, или волки только что, блин, сейчас появились, а? Они появились только ночью. Как нежить. Потому что у них нет сердца. Они не живые внутри. Вот, теплее становится. Даже птица улетела, блин. А я летать не могу. Нет, то есть я правильно понимаю, что если к тебе докопались какие-то существа, то ты от них даже сбежать не сможешь. Потому что тупо медленный дебил. Давай, 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 прыгай, Волтер. Волтер, давай, мы сможем. Мы сможем, Волтер. Фух, главное, столько сказал, не сбежать от тварюк. И вот сбежал. Чудом выжил, считайте, чудом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, в общем-то, ставьте лайки, если еще хотите моих мучений. И всем пока. Блин, тут этих псин немерено. Как мне ночью вообще ходить?